Огонь! Здравствуйте, предъявите ваши документы. Добрый день, это Ред, почетный посол ООН по охране окружающей среды. Здравствуй, Ред, приветствуем вас в здании ООН. Приглашаем приходить, пожалуйста, к нам в гости. Уважаемый господин посол Ред, ваше превосходительство! От всей души рад приветствовать вас в Доме Организации Объединенных Наций в Москве. Добро пожаловать! Уважаемый господин посол, ваше превосходительство, вы говорите на всех языках мира, включая птичий. И, разумеется, наверное, вам будет интересно ознакомиться с чрезвычайно популярным и интересным изданием, которое издает страновая команда здесь. В Москве, ООНовская страновая команда. Журнал называется «ООН в России». Вот это последний номер его. Пожалуйста, вашему вниманию. Ваше превосходительство, уважаемый господин посол, еще раз рад приветствовать вас в Доме Организации Объединенных Наций в Москве. Господин посол, вы, когда вас назначил генеральный секретарь на этот высокий пост, стали сильным мира сего и птицей высокого полета. Интересно, как вы путешествуете? Наверное, у вас лимузин, на котором вы ездите, да? Как вы сюда к нам добирались? Господин посол хочет сообщить, что он отдает предпочтение активному образу жизни, что предполагает прогулки, пробежки, перелеты. Соответственно, в Дом ООН он прибыл при помощи своих крыльев, но также воспользовался шансом посетить московское метро, которое он считает очень красивым и удобным способом передвижения. Господин посол, вы прибыли в Москву в знаменательный день. Сегодня, 22 апреля, в Нью-Йорке, в здании Организации Объединенных Наций, будет подписан важнейший документ. Это соглашение по климату, которое будет подписано главами государств, правительств, высокими людьми, представителями стран. Скажите, вот этот день, который касается не только глав государств и правительств, но и многих-многих миллионов и миллиардов людей, которые живут у нас на планете, что бы вы посоветовали обычным людям, как они могли бы встретить этот день? Господин посол хочет отметить важность вклада каждого из нас в реализацию повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, а также в сохранение климата на нашей планете. Каждому из нас по силам выключать свет, когда мы выходим из комнаты, сберегать продукты питания и стараться не выбрасывать их, а также не загрязнять водоемы, не кидать мусор на улице. Все эти простые меры, господин посол, правильно? Да. Все эти простые меры помогут сохранить нашу планету зеленой. Господин посол, борьба за зеленую планету, за изменение климата, это своего рода, говорят, флешмоб, дань моде. Например, у вас есть коллега, тоже посол Организации Объединенных Наций, Леонардо Ди Каприо, другие известные люди. Вот скажите, это вот ваше внутреннее убеждение или это дань моде? Господин посол хочет заверить, что климат может быть модным, и, в общем, нет в этом ничего плохого, но самое главное, что в каждом из нас должно быть убеждение, что нам по силам сохранить планету зеленую, нам по силам обеспечить здоровье нашего поколения, а также для наших внуков. И он призывает в этот день
задуматься о том, что не только лидеры государств, но и каждый из нас может сделать для сохранения климата. Спасибо. Господин посол, и последний вопрос. Господин Ред, вы рассержены. Вас называют рассерженная птица. Я понимаю, что вы рассержены из-за того, что люди ненадлежащим образом сохраняют планету. Вот скажите, а когда-нибудь ваш сердитый вид сменится на какой-то другой? Вы верите в то, что мы все будем счастливы, и мы достигнем счастья, счастливого и хорошего будущего для нашей планеты? Вы верите в это сами? Господин Ред выражает полную уверенность и очень горд тем, что вместе с Организацией Объединенных Наций у него есть шанс делать нашу планету лучше, зеленее и счастливее. И тогда вы улыбнетесь вместе с нами. Несомненно. Спасибо, господин посол.